Ребята, всем привет! Не могу сдержать, очень активный котик, которого ночью подрали собаки на улице Лепковского. Обратилась к нам женщина, доставила его на такси. Это... Вот, не-не-не, слезать ты не будешь. Не хочет он держаться, дворовый, в клетке ему, конечно, в боксе тяжело. Да, это кот Василий. Видите, не очень ему нравится, когда есть возможность выбежать. Очень здоровый кот, подрала собака. Очень сильно травмировал лапки, но, видите, чувствует себя уже лучше, чем ночью. Васька, хороший. Ребята, всем добрый день. Это наш Василий, которого подрали собаки. Видите, кот дворовый и очень хочет выбежать. Сейчас будем закрывать. Васька пока сидит, надо так. У него травма таза, перелом и ролапы повреждены. Бедося. Все будет хорошо. Также мы будем снимать сегодня еще Масика. Это кот Составище, помните, которого бабушка спасала. Его реабилитируют, возможно, выработаем спинальную ходьбу. Это котик, ребят, которого я вел Составище. Это Белоцерковский район, больше 100 километров от Киева. Его привели в порядок, и с ним сейчас будет работать реабилитолог.